杭州一带，我想去，哎，杭州一带去。我去过上海。啊，上海，上海哈尔滨很多地方。10月、11月，就穿这件就可以了。可以。哎，或者你4月份去。4月、5月。你们在这里工作吗？哦，做什么？在吃茶做什么？我是这样。Здравствуйте, можете нам подсказать, пожалуйста, вот хотят с бифштекс с говядиной, что это такое? Бифштекс с говядиной? Ну что-то вот наподобие хотела. Из говядины есть стейки и есть шницель, 2 рубленых шницеля есть. Там идет говядина со свининой перемешкой. Ага, ну говядина, вот этот стейк, что за Давайте сделаем медиум, попробуем, если что, потом доведем. Если полная прожарка, волдон, потом мясо жесткое будет, вкусное. Я могу Приятного аппетита. Ой, спасибо. Ели даже вот. То есть это вот. Есть люди, которые приехали в Россию, они бачили, начали, даже пензы кан. О, это пуяло. Мы очень рады, я говорю от своего лица и в лице своей дочки, да, мы очень рады вашему знакомству с вами, что встретились с такими замечательными людьми, провели время очень хорошо, позитивно, оставили массу позитивных мыслей и приобрели действительно друзей хороших таких, несмотря на то, что действительно просто познакомились, да. Вот. Ну и, конечно же, пожелания вам всего самого хорошего, доброго. Вам, вашим детям, родным, чтобы вас вот это путешествие, которое вы запланировали, оно удалось, и вы еще не раз вернулись бы в Читу. Mm-hmm. 我想说两句，我很高兴我们见面，你们我们昨天突然的见面，对对，有缘分了、啊、我突然的、见过中国人开始说汉语、啊我觉得我们找到了真的很好朋友、我喜欢我们今天在一起吃饭在一起聊天，就是我觉得这是很好的机会，你们将来可以来吃它，我们见你们，因为你们已经是我们的朋友，我们可以去中国，我们在杭州，对对对，在随风和朋友，因为你们知道两个女生在一起去中国太危险，可是我们现在有可靠的人，对对对，所以这个真的很好。我很高兴认识你们、嗯、你们下次一定来吃它、哎、对对，我们在一起去看别的好玩的地方，在吃它有很多自然风景，有对对很多有意思、嗯、谢谢你们、哎、不用，中国中国现在也很好、我真的感觉不太高兴，因为你们马上离开我们的城市，对对，所以你们一定要再来、哎、谢谢，我们下次再来，谢谢вам, а теперь по-русски, а теперь по-русски, ну спасибо вам за то, что за этот прекрасный обед, за эту встречу, желаю вам хорошего веселого путешествия, желаю вам, чтобы вам на вашем пути попадались только добрые люди, которые будут вам помогать, и чтобы ваше путешествие прошло гладко, чтобы вы познакомились с русской культурой, узнали ее лучше, и только самое интересное удалось вам посмотреть. Ну и, конечно же, приглашаю вас снова приехать. Надеемся, что это наша не последняя встреча, что мы еще увидимся. Удачи вам, всего самого лучшего, будем на связи.